10 мая 2017 года в актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии начала работу 9-я международная студенческая научно-богословская конференция. Начало конференции предварила молитва новомученикам и исповедникам Русской Церкви. Сего ради мы недостойны, молим вас, вознесите ныне теплую молитву вашу ко Господу о духовней школе сей и о всем Отечестве нашем, да утвердит вере православной до скончания века всех, чтущих память вашу. Заседание открыл ректор Академии архиепископ Петерговский Амвросий. Поэтому нынешний год посвящен началу исповеднического подвига нашей Русской Православной Церкви. В этом году мы, как и год посвящаем памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской, так и наша конференция посвящена памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, среди которых было немало тех, кто здесь учился, немало наших выпускников. Пусть новомученики и исповедники Церкви Русской, новомученики и исповедники, трудившиеся, учившиеся в нашей духовной академии, новомученики и исповедники, учившие и трудившиеся в стенах духовных учебных заведений, представители которых прибыли сегодня в нашу конференцию, укрепят вас и увидят вас своих достойных подражателей. Я благодарю вас за то, что вы прибыли, и мы открываем нашу конференцию. На пленарном заседании выступили три докладчика. О состоянии церкви в первые десятилетия после революции рассказал аспирант Тобольской духовной семинарии диакон Мстислав Исламов. Аспирант Санкт-Петербургской духовной академии Александр Андреев представил вниманию собравшихся доклад, посвященный вопросам литургики. Заключительный доклад «Принципы формирования положительного отношения к церкви поколения Y» представил священник Александр Кухта, аспирант Минской духовной академии. Конференцию завершило выступление мужского хора зарубежных приходов молодежной ассоциации князя Владимира из Соединенных Штатов Америки. После небольшого перерыва участники и гости конференции продолжили работу в различных тематических секциях. Этого единственного критерия и меры справедливости и правды.